Всем привет! Привет, у нас... привет! Так, сегодня вторник, 29 октября. На улице у нас пасмурно. Девчонки, занимаюсь на кухне. Как всегда, готовлю. Ну, не как всегда, подоедали все кушать уже. Доели, в общем, варю борщ. У меня тут на кухне все Армагеддон. Женя только что пришел, ходил в гараж, принес мне борщевую заправу, томат. В общем, бульон уже, мясо сварилось, картошку начистила. Сейчас буду борщ варить. А, еще хлеб я пеку. Сейчас буду доставать хлеб. Покажу, какой получился. Потому что... Так, пеку снова хлебушек сегодня. Уже должен был подойти. Все, сейчас открываем. Тот раз у меня плохо подошел. Сегодня я боюсь открывать. Мне кажется, он вылез уже прям из формы. Ну все, с Богом. Угу. Не вылез, а отлично стал. Видите, какие высокие поднялись. Так, все, я убираю в духовку. Девчонки, буду мыть банки, томат и борщевая заправа. Я уже показывала, как борщ варю. Мама закрывает борщевую заправу. Здесь свекла, морковка, лук, перец, чеснок и помидоры. Так что уже готовая. Уже готовая борщевая заправа. Видите, как я хожу в кофте, холодно мне. Мне то холодно, то жарко. Пока хлеб вымешивала, было жарко разделась. Потом он мне час подходит, и мне уже прохладно стало. В общем, готовлю. Борщик готовлю, хлебушек пеку. Женя пошел в магазин. Сейчас придет. София сосисок захотела, да, Софийка? Да, очень захотела. Мама, можно сказать, у тебя тут работа полным ходом кипит. Так кипит, все полным ходом. Не говори. Вот такая борщевая заправка. Ну и перец еще здесь, перец красный. Перец? Да. А я всегда ем с перцем? Да. А, и мне нравится. Я, наверное, половинку положу или целую. Сейчас посмотрю. Еще же томат откроют. Папа пришел? Да. Ну, возьми у него пакет. Если ты донесешь. Окей. Сейчас, девочки. Так. Взять надо. Мама, он сильно очень, я сказал, тяжелый. Тяжелый пакет. Да. Сейчас я пакет заберу. Блин, за что мои пузырики? Где мои пузырики? Если бы они упали на пол, нет, мамы. Ой, ну пятна будут. Ты там масло поставила? Да. Нет, не поставила. Нет? Не поставила я на стоп, я бегу. Да, София бы не донесла. Целый пакован. Сейчас покажу, что папа купил. Мама, я сосиска? Так. Нет, куда улететь? София, подожди с сосиской. Я люблю вообще-то сосиски. Ну подожди, София, да, я тут. Да, я же тебе ничего работы работала. Мне кажется, этого... Папа, мало будет. Скажи, классно. Мама разрешает. Верхушечку снимаю, что-то томат как... Папа, отойди на куртку, все полетело. Как Дай плесень ей. Попала. А так нормально. Сейчас я баночку протру, чтоб чистенькая была. Это мне Элла попала. И мама. Все. Что-то я забегалась, заклопоталась. Семиделиха. Папа, быстрей. София снова дует мыльные пузыри. Я что-то люблю, это мое любимое занятие. Они же такие классные. Да. Мама. Так, картошка уже тут варится. Ну, еще не закипела. Пенку поснимаю, крахмальную. Я картошки много начистила. Хорошо. Ты не против? Мама, пошел ручки мыть. Не, наверное, я еще добавлю, девчонки. Это мало мне. Кого, мама? Сейчас я вам ближе покажу. Борщевой заправки. Ой, я думала, перца мало. Я уже думала, боялась. И перца. Перец.
Мама всего сюда добавила. Еще даже поставили, да? Все, сейчас повыбрасываем. Вот и все. Я спешу готовлю, потому что Женя встречу на работу. Все, томат выливаю. А, так вот ты что спешишь, мама? Папе на работу. Я это уже поняла. Мне же надо все приготовить. Все. Так. Сейчас я вас, девчонки, ближе принесу. Все, вот он у меня. Томат, борщевая заправа с томатиком. Все, картоха кипит. Так, пока у меня там все варится, покажу, что купили. Сейчас я буду доставать все с пакета. Так, Жень, на тормозок вафельки купила снова. Будут вафельки на тормозок, да? Не, ну как, для семьи мы кушаем. Так, молоко. А что такое молоко, Жень? Такое? Только такое? Да. Молоко Собянское, 1,5 литра. Так, молоко. Девочки, сыр наш любимый. Кочиота. Вот такой мы сыр очень любим. Очень вкусный. В общем, здесь я не знаю сколько. Не написано. Вес он идет. А, не, написано. Написано? Да. 1 кг 65 г. Так. Колбаска. Ну, мы очень любим колбаску. Варенка вот такая вот вкусная. Называется союзная. Она без этого, без сала идет, с кусочками мяса. Там даже бывает прорезаешь куски, такие мяса хорошие попадаются. Любим мы колбаску. Очень любим. Так, потом масло полтавочка. Вот смотрите, вот это масло 72,8% жирности, но оно очень вкусное. Вот считается, какое, 83, да, как хорошее самое масло сливочное. Мы брали последний раз 80. Вот я последний раз брала вообще, не сравнить с вот этой полтавочкой. 72,8, очень вкусное масло. А вот еще пока что можно пополам порезать. Ну, как всегда, наша любимая московская колбаска. София. И для Софии папа... Ой, не, там еще что-то есть. Ага. В общем, филейная. Упаковку филейной взял. Тут 260 кг. Так. И пачечку мне, я хлебушек пеку на таких дрожжах. На сухих не пеку, мне не нравится, нравится много вот таких. Нет, все. Все. Итого, Женя, сколько? Не падать в обморок. Сейчас мы узнаем, насколько ты это купил. Подожди, Софи, не шелести. На сколько? 660 гривен. Ничего нет, да, фактически? Ну, ну как, не, ну тут сыра много. Сейчас я покажу вам ближе. Ну вот я вам ближе покажу. Да, ну конечно сыра много. Да, сыр дорого. А почему? Это по 190 гривен сыр. Колбаса почем? 270, да, Жень? Колбаса 290. 290, ну да. Ну вот это дорого. Масло 80 гривен. Тут 0,5 кг, да? Да, 0,5 кг 80 гривен. Ну, колбаса, я не знаю, насколько филейные затянули. Ну, в общем, сколько? 600? 600? 660. Господи, такая цифра. 600. Ясно. Ладно, все, дальше готовлю борщик. У меня же здесь уже все готово. Мне надо тут мясико тут разобрать. У меня косточка, лопатка оставалась. Я ее отварила, но тут мяса на ней много. Сейчас соберу. Как капусту уже нарезала, и чесночок в конце добавлю. В общем, готовлю. Потом покажу уже готовый продукт. Борщик готов у меня. Девчонки, полный получилось. Кастрюля полнющая. Не знаю, прям у меня ушло 0,5 литра томата и 0,5 литра борщевой заправы. В общем, такой борщик. Видите, тут и перчик есть. Попадается. В общем, мясо,
Все. Я борщ, когда очень свекольный, такой оранжевого, ой, бордового цвета, я такой не люблю. Я люблю вот такой оранжевый. Ой, и хлебушек сейчас покажу. Такой хлебушек у меня сегодня получился. Ну, еще горячий, только с духовки недавно достала. В общем, я его все накрываю. У меня такая полотенечко такое. Все, пусть стоит. Так, Софийка тут захотела у нас вкусняшки, да? Да, конфетки. Открывай. Эх, рай, детский рай, конфетки наши. Я бы хотела взять 3, потому что я возьму вот эту такую пчелку зеленую, я их очень люблю, особенно зеленую. Угу. Вот такую возьму и вот такую арбузиковую, я их очень люблю. Выбрала, да? Да. Молодец. Нет, наверное, я эту поменяю на какую-то другую, и я уже знаю, какую. На вот такую, это какая-то только вишневая, я ее очень люблю. Ма, пальчики оближешь. У нас уже вечер, папу провели на работу, но у нас хорошая новость. У нас затопили батареи теплые. Попробуй, какие теплые. Я уже жрём. Как София конфеты. Теплые батареи? Нет, это моя. А ну пойди, София, в спальню проверь. Это я мигом. Почему? Борщик стоит мой, остывает. До сих пор горячий борщ. Я не кушала, Женя кушал. Чем мы занимались? Софию покупала, позанимались с ней английским языком. Потом, мама, что не потом? Поверишь. Что? Ледяные. В спальне холодно. Да они вообще никакие. Да? А в зале попробуй. Да. Наверное, еще воздух не спустили. Нет, очень теплые. Да, вот здесь очень теплые. Прям теплые-теплые. Это я рукавичка. Чем мы с тобой еще занимались? Скрипкой только что занимались, да? Это рукавичка, я не выходя на улицу. Это там зимы нет. Это я на них ловила. Снова видео скачет. Что-то снимала сегодня, камера как-то скачет. Ну, сейчас чуть-чуть полежит. А, я голову еще помыла. Ну, в общем, Софию выкупала. В общем, занимаемся. Теперь наступил вечер, будем чем-то, чем будем с тобой заниматься? Я сейчас сегодня пузыри пускать буду, это мое занятие. Она целый день сегодня пускает. Не, она молодец, мы английский много там позанимались, сделали английский. У меня был очень большой перерыв, 2 часа или час. Но у меня так. Вот, я, наверное, сейчас тоже пойду, еще покупаюсь. Голову помыла, теперь пойду покупаюсь. Да в этот воду спустить, там вода Софина набрата еще осталась, да? Ой, как ты пахнешь конфеткой. Да. Угу. Так, на сегодня тогда все. Всем пока-пока. Встретимся завтра. Да? Конфетками пахнет. Пока-пока.